Пруд на территории рыбколхоза имени Ленина в поселке Смолячково вновь стал местом соревнований рыболовов-любителей. Таким образом, День поселка уже 17-й год подряд отмечает муниципалитет вместе с жителями. В водоеме обитают караси и окуни. А на состязания приезжают не только жители нашего района, но и петербургские любители поймать рыбу своей мечты. Ближе к финалу праздника все угощаются знаменитой смолячковской ухой. Традиции рыболовного промысла заложены в давней истории этой местности. Самый вкусный праздник состоялся в курортном районе. День рыбака отпраздновали в поселке Смолячково. Сегодня в муниципальном образовании поселок Смолячково проводится ежегодный традиционный праздник к Дню рыбака «Смолячковская уха». Этот праздник проводится уже 17 лет подряд. И этот праздник любим нашими жителями, гостями поселка. Мы видим, что с каждым годом участников соревнований и посетителей этого мероприятия становится все больше, и очень этому рады. Дети и взрослые, начинающие и опытные рыбаки рано утром собрались у пруда, чтобы испытать удачу. В этом году мероприятие опять побило рекорд – 60 участников, чуть больше половины из которых – дети. На празднике присутствовали представители власти, которые поздравили гостей на официальной части. Поселок Смолячково развивается, появляются новые зоны благоустройства, детские площадки, спортивные площадки. Это все благодаря взаимодействию, тесному взаимодействию. Я хотел бы пожелать, чтобы территория развивалась, а нам, чтобы в этой территории, вот здесь, где происходит именно рыбалка, смолячковская уха, чтобы эта территория тоже развилась, и здесь появились новые общественные пространства, и чтобы жители и гости еще больше радовались. Разрешите от лица всех муниципальных образований нашего любимого курортного района поздравить вас с праздником, с Днем поселка. Сказать огромное спасибо за участие в соревнованиях. Мы наблюдаем, как говорится, со стороны, и с каждым годом участников и участников мероприятия этого праздника становится все больше и больше. Мы желаем развития поселку, мы желаем любить вам как можно больше и дольше ваш поселок. До 1949 года на месте сегодняшнего Смолячково находилась финская деревня Лаутаранта, где жили и работали рыбаки. Сегодня здесь расположена рыболовецкая артель. Поддерживая местные устои и обряды, органы местного самоуправления поселка Смолячково решили праздновать День рыбака. С тех пор прошло уже 17 лет, и каждый год на районную рыбалку приезжает все больше любителей спортивного отдыха. И по сей день в нашем поселке существует рыболовецкий колхоз. Он работает, рыбаки трудятся, традиции вековые продолжаются. Мы видим, что очень много семей с детьми прибывает на наш праздник. Сегодня зарегистрировано 33, если не ошибаюсь, ребенка. И это отрадно. Мы очень рады поддерживать семейные традиции. И то, что этот праздник с каждым годом имеет все больше посетителей. Ой, они всегда яркие, когда ловится рыба, она всегда приятная и яркая, воспоминание это везде. Как у всех рыбаков, все такое обычное. Ну, люблю больше на поплавок, поплавочную рыбалку. В этот раз лидером соревнований за самый большой улов 485 грамм стал Иван Горбунов. Второе место занял Николай Ефимов, а третье – Игорь Белокопытов, заместитель главы администрации курортного района. Он также был награжден призом за самую большую выловленную рыбу – 465 грамм. Все призеры и победители были отмечены призами. Также гостей праздника ждали конкурсы, викторины, катание на пони и верблюде. В финале все желающие могли угоститься традиционной ухой, пользующейся большой популярностью у жителей и гостей поселка.